Добрый вечер, дорогие друзья. Вас приветствует грузинская группа «Ириал». Очень рады нашей встрече и благодарим организаторов за возможность выступить перед вами. Я хочу приветствовать наших грузинских друзей также. Сагам шидобиса, сюрпазуми губрубу, гухари откунта шехведера. Ириал – это грузинское слово. Это в грузинском фольклоре есть особый стиль пения, называется креманчули. Поется очень высоким голосом. Это приблизительно как австрийские тирольские напевы. Йодл. Ириал, уруау. Что сейчас Миша пропел? Это от этого. Уруау убрали, оставили только Ириал. Оставили только Ириал. Наша программа состоит из оригинальных композиций, которые основаны на грузинском фольклоре и на элементах джаза и импровизации. Первая композиция – это «Адио». «Адио» – это очень такое слово, которое обозначает движение наверх. «Адио». Ой, да, 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 ой
Следующая композиция – это песня печального Гурийца. Гурия – это регион Западной Грузии, и гурийцы отличаются своим оптимизмом и пылким темпераментом. И здесь маленькая несчастье. Печального Гурийца не бывает вообще. Но это печаль, наверное, печаль любви. И выражается довольно так и активно. Сейчас вы... Thank you.
întreaga climatului nasă. Shako Pass. Сейчас последует лирическая композиция с названием «Нами». Посвящается нашим прекрасным дамам. Thank you.
электронных инструментов. Спасибо. Сейчас последует два джазовых стандарта. Первый я не буду объявлять. Второй – это композиция известного американского гитариста Майка Стерна «Маленький башмачок». Thank you.
Yeah.
тему, ведь это наше послание Европе. О безнадежном влюбленном парне, которому друзья советуют: хватит сейчас ныть, давай похитим твою девушку. Да. Грузин или что, кто ты? Спрашивает Аня. И вы видите, как это все закончится. Thank you.
Thank you.
Ириал. Все, наверное, догадались, чем закончилась эта история. Сейчас немножко еще раз про любовь. Песня называется «Моя любовь». Она на стихи Роберта Бернса. Перевод Тамары Ириставы. Мишо, акробаты.
Thank you.
Спасибо большое, спасибо. Сейчас исполним две композиции, основанные на городском фольклоре Тбилиси. Первая композиция Мишо даст Давиду передохнуть и сыграет партию дудуки. Thank you.
Миша.
Thank you.
Марат Халтарадзе. Гага Абашидзе. Миша Кавахичвили. Буба Мургулия. Шаго Гелепа. Леван Абшинава. Джорджо. Давид Малазония.
Спасибо. Спасибо. Сейчас мы играем композицию «Марани». «Марани» — это винный погреб, где встречаются друзья, например, мы. И представьте себе, что мы первый раз пробуем новое вино. Новое вино, да. Это кувшин 300 литров зарит в землю и первый раз открывается. И выходит аромат, от аромата можно только от аромата опьянеть. Подожди, Джоджи, сейчас Гага покажет, что случается, когда первый раз пробуешь новое вино. Гага наша. Thank you.